человеку 100 лет. То есть он, как долгожитель, его пригласили на телевидение, такой бодренький дедушка. И все такие, сколько ему? 100. Да. Никто не верит. Он прям такой живчик, так, все, человек сел. И ведущий говорит, я не верю. Вам действительно 100 лет? Он говорит, да, мне 100 лет. Говорит, ну а как, откройте секрет, как вы дожили до такого возраста? Он говорит, я вовремя отказался от секса. Говорит, что? Вовремя от секса отказался? Да, поэтому вот и дожил до 100 лет. Он говорит, а когда это произошло? Он говорит, ну, лет 15 назад. Он говорит, то есть вы отказались от секса 15 лет назад? Он говорит, да. Он говорит, ну почему? Он говорит, честно вам признаюсь, я люблю девочек постарше, а к тому времени уже никого не осталось.